Социальные выплаты на 2013 год проиндексированы. Информацию с перечислением мер социальной поддержки, их более 30, а также размер выплат можно посмотреть на сайте Ноябрьского управления социальной защиты населения. Индексация составила примерно 6%. Это прогнозируемый уровень инфляции на год. Это касается в основном таких блоков, как пособие, выплачиваемые на детей и родителям, это адресная социальная поддержка и выплаты, которые предоставляются отдельным категориям граждан. Те граждане, которые в 2012 году получили меры предварительно по размеру 2012 года, они, конечно, в ближайшее время получат доплату за выплаченный месяц. Вся переиндексация пройдет без участия граждан в программном комплексе УСЗН. Обращаться специально не нужно.